все рассветы я уже встречала. Я думала, что больше не смогу начать сначала. Я думала, что в этой жизни любви больше нет, особенно когда за 30. Я заказала шоколадный мартини, и словно в фильме Федерико Феллини, я поняла, что счастья в любви больше нет. Я стояла вся в розовом свитере, а ты спросил меня, если я в твиттере. А ты спросил меня, если я в твиттере. И я, естественно, сказала да, да, да. А он спросил меня, если я в твиттере. А я стою в этом розовом свитере, и слезы льются из глаз, и понимаю, сама так не бывает. Сложно контролировать себя иногда, особенно когда за 30. Я заказала шоколад и мартини, и словно в фильме Федерико Феллини, я поняла, что счастье в любви все же есть. Я поняла, я поняла. А я стояла вся в розовом свитере, а ты спросил меня, если я в твиттере. Спросил меня, если я в твиттере. И я, естественно, сказала да, да, да. А он спросил меня, если я в твиттере. А я стою в этом розовом свитере, и слезы льются из глаз, и понимаю, сама так не бывает. Бывает, бывает. Спросил меня, если я в твиттере. А он спросил меня, если я в твиттере. И я, естественно, сказала да, да, да. А он спросил меня, если я в твиттере. А я стою в этом розовом свитере, и слезы льются из глаз, и понимаю, сама так ведь бывает, бывает.